Сеня, а как вам живется вот в мирной жизни? Вот скажите, вот вы, например, проснулись утром, захотели пить, пошли, выпили, да, водички. Там, не знаю, проголодались, пошли там, пожарили себе мясца. Заболел зуб, там, не знаю, аппендицит, поехали в больницу, да? Не знаю, погода хорошая, взяли там ребенка, собаку, пошли гулять. А вот как вот живут сейчас люди вот на фронте? Вы попробуйте вот выйти на улицу и провести там вот этот дождь, снег, неважно, минус 12, спите на улице. Спите на улице. Вот когда была новая, когда был взрыв Каховской ГЭС, люди сидели на крыше. Вы пытались выйти на крышу, сесть на крышу, посидеть там со своим ебаным российским паспортом, сказать, ну вот я россиянин, я сижу. Никого нет, никто не приезжает меня спасать. День посидите, два посидите, три посидите. Ну скажи, привяжите себя к дереву. Ну, поиграйте в войну хотя бы, например, на 3 дня. Вот поживите, вот как живут люди на войне. Вы ее поддерживаете. Ну так сделайте вот так вот. Представьте, что вот это вы. А потом представьте, что вот сегодня я сделала этот ролик. Орк рассказывает, что и он не успел еще ничего выстрелить. Ему уже ноги под яйца оторвали. Вот представьте, что у вас ног под яйца нет. И вы поддерживаете Путина.